Начинаем выпуск с новости о трагедии, которая произошла в селе Верхнее Казанище. Ученик 7 класса местной школы покончил жизнь самоубийством. По предварительной информации, 13-летний подросток был найден повешенным. Известно, что семья мальчика считалась благополучной, и он хорошо учился. Тело нашли в сарае возле дома. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет региона.